Брестский городской парк культуры и отдыха радушно, щедро и сытно принимал всех, кто пришел на открытие Масленицы. На четырех основных площадках развернулись веселые гуляния, основная цель которых – проводить холодную зиму и встретить долгожданную весну. Потому и главный символ Масленицы – румяный блин – так похож на солнце. После вот этих Рождества, Пасхи, Троицы – это четвертое место праздник занимает. Праздник души, я называю. Поэтому счастья, здоровья всем брестчанам желаю. И всего наилучшего. Мне очень сильно понравилось на Масленице. Мы с папой ели блины, стреляли в тире и катались на каруселях. Мы скоро приедем на закрытие Масленицы на следующие выходные. Впервые в этом году брестчанам и гостям города предложили с головой окунуться в народные традиции в масленичном городке. Веселые забавы, хороводы и даже медведи Масленицу встречали с белорусским размахом. Молодежь приобщалась к народным традициям, делилась хорошим настроением. Мы от предков берем это все. И если не будет этих традиций, то и по сути не будет нашего народа, мы же белорусы. У нас получилось осуществить флешмобы, хороводы, чтобы люди не мерзли, танцевали, получали море позитива, заряжались вот этим масленичным настроением. Работают у нас малые аттракционы отдельно, за которые дети и взрослые получают призы. Многолюдно и весело было в парке воинов-интернационалистов. Во время масленичных гуляний здесь традиционно подводят итоги смотра конкурса на лучшее новогоднее оформление среди предприятий и организаций Московского района Бреста. Особенно приятно то, что у нас сегодня в номинации были частные подворья, когда люди начинают украшать дома. Тем самым мы делаем наш город красивее, уютнее. Москвичи умеют и любят работать, поэтому отдыхают тоже с удовольствием. А когда твой труд оценен по заслугам, это дает новый стимул. Желание людей сделать, поднять всем настроение, сделать этот праздник лучше, ярче. И само трудолюбие людей, которые живут в частных подворьях, хотят, чтобы их дома выглядели лучше, краше. Кульминация масленичной недели пройдет 18 февраля. По народной традиции последнее воскресенье перед Великим постом называют прощенным воскресеньем. Поэтому не забудьте испечь самые вкусные блины и попросить прощения у близких. Ирина Альшова, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.